На нашей планете так много необычных мест, что порой невозможно поверить в то, что это земной пейзаж, а не компьютерная графика. Тем, что кто-то объехал все страны мира, уже вряд ли кого-то удивишь. Кажется, что люди побывали во всех уголках нашей планеты. Но если я скажу вам, что все-таки есть несколько потрясающих мест, куда заходили лишь единицы. Вы мне поверите? Оказывается, невероятные места можно найти по всему миру. На каждом континенте немало уголков, которые удивят даже самого искушенного туриста. И глядя на эти чудеса, точно задумаешься. Сколько нашей планеты таит в себе загадок? Но на самом деле их настолько много, что открывать новые удивительные и волшебные места можно каждый день. И да, все эти места реальны, и каждая такая достопримечательность имеет свою легенду. Такие уголки вызывают огромное количество вопросов у ученых, избивая с толку аномальными явлениями и неизведанностью. Какие самые необычные места можно посетить на планете Земля? В этом выпуске я, Сергей Евдеев, отвечу на этот вопрос подробно, ну и немножечко раскрою тайны волшебства нашей, как оказывается, малоизученной планеты. И начну я с глаза Сахары. На территории Мавритании располагается исключительно редкое и неповторимое явление природы – глаз Сахары, который еще именуют око пустыни, либо структура решат. Это фантастическое образование очень похоже на лунные рельефы, а окружающая панорама напоминает глаз человека. Внешний круг имеет довольно большой диаметр — 50 километров. Ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению о происхождении пустынного кратера. Наиболее правдоподобная версия заключается в том, что структура Решат образовалась в результате эрозии после поднятия большого участка земной коры. Структура глаза была сформирована постепенно, кольцо за кольцом, как вы понимаете, это очень длительный процесс. Да что уж там говорить, если возраст самого кольца около миллиарда лет. Конечно же, это не единственная версия образования структуры. Некоторые ученые говорят еще и о вулканическом происхождении, и о гигантском смерче, ну и, конечно же, об инопланетном вторжении. Интересно, что круги структуры Ришат ⁇ это чередующиеся слои горных пород различного происхождения, возраст которых составляет миллионы лет. Например, возраст осадочных пород в центре составляет около 2,5 миллиардов. А возраст песчаника, из которого состоит последний круг этого образования, приблизительно 480 миллионов лет. Довольно долгое время структура Реша служила ориентиром для космонавтов на орбите, так как представляла хорошо видимый объект на обширном пространстве, ничем не примечательной пустыне. Решат может менять свет в разное время суток из-за тепловой эмиссии. А вот аборигены считая структуру божественным проявлением и именуют не иначе, как Глаз Бога. Следующим на очереди вас удивит башня дьявола из США. Она представляет собой столбчатую скалу, которая состоит из сложенных пучком отдельных каменных столбов. Это монолит вулканического происхождения высотой 1556 метров над уровнем моря и относительной высотой 386 метров. Это гора необычно правильной формы. Долгое время считали, что она была создана кем угодно, но точно не природой. Но так как скала больше пирамиды Хеопса в 2,5 раза, то сооружение башни чаще предписывалось не рукам человеческим, а дьяволу. Вот отсюда и название. Башня дьявола образовалась из магматического расплава, который поднялся из глубин земли и застыл в виде изящных колонн. Ее возраст оценивается от 195 до 225 миллионов лет. Однако у индейцев есть своя версия происхождения данной скалы. Существует легенда, в которой говорится о семи девочках, которые спасались бегством от разъяренного медведя. Когда медведь загнал их на невысокий камень, они взмолились о спасении, и великий дух их услышал. Вдруг камень, на который забрались девочки, стал стремительно расти ввысь. Кризли взревел от ярости и, царапая когтями горную породу, попытался добраться до детей, но это ему не удалось. Зато следы его острых когтей так и остались на башне дьявола. Сами индейцы всегда старались избегать столь необычную скалу и селились как можно дальше от нее. Глядя на такое чудо, наверняка задумаешься: если есть башня, то где-то должны быть и врата. И их нашли в Туркменистане. В центре пустыни Каракумы находится кратер, который местные жители обозвали врата Ада за непрерывное горение. Его диаметр составляет около 60, а глубина 20 метров. Этот кратер образовался в 1971 году во время исследования геологами этой местности. Когда проводилось бурение разведочной скважины, Земля внезапно провалилась и образовался большой кратер, из которого наружу просачивался газ. А для того, чтобы газ не отравлял людей и животных, живущих поблизости, было решено выжечь его. После того, как кратер подожгли, ожидалось, что выходящий газ иссякнет через несколько дней. Однако горение дровозы не прекращается и сегодня. К слову, недалеко от нее находится еще два подобных кратера. Справедливости ради, давление выходящего из них газа гораздо слабее. В 2013 году канадскому ученому Джорджу Коронису удалось побывать на дне кратера, где он провел исследования и собрал образцы. Ученый обнаружил в этом месте бактерии, живущие прямо в горящем кратере, которые прекрасно переносят высокие температуры. Подобных организмов больше нет на Земле. Еще одним порталом в потусторонний мир называют врата из США. Это каменная воронка диаметром 5 метров в штате Орегон. Интернет-издание The Travel называет ее водосточной трубой Тихого океана, а путешественники колодец Тора. Во время приливов или отливов, а также штормовых ветров, здесь образуется фонтан высотой до 6 метров, который напоминает Гейзер. Зимой приливы достигают пика, и вода достает до наблюдателей, стоящих за десятки метров от колодца. До сих пор неизвестно, как появилось это необычное место. Сильные потоки не дают возможности погрузиться и изучить содержимое колодца, что делает его еще больше загадочным. Но в США это не единственное чудесное место. Например, штат Невада известен тремя яркими гейзерами, которые расположены в пустыне Black Rock. Интересно, что они появились по хозяйственной ошибке людей. В 1916 году местные фермеры, надеясь найти воду для полива, пробурили скважину. Однако вместо холодной воды получили бурлящий горячий источник. Вода растворяла карбонат кальция, который оседал у скважины. Именно так образовался конус. В 1964 году электрическая компания решила использовать геотермальный источник для получения электричества и пробурила вторую скважину. Вода, которая из нее пошла, оказалась недостаточно горячей для выработки электричества и от проекта отказались. Лучший способ использовать источник нашли организаторы проекта Burning Man. Как сказано на сайте, они купили землю вместе с гейзерами в 2016 году и теперь с апреля по октябрь проводят для туристов трехчасовые прогулки по местности. А в национальном вулканическом парке Лас можно увидеть разноцветные дюны, которые выглядят как пейзаж с акварельной картины. Красные и оранжевые пятна покрывают холмистую местность зелеными деревьями, рассредоточенными по всей территории. Чернота вулканической земли контрастирует с их яркими оттенками. Красочное завихрение и пятна кажутся работой ландшафтных дизайнеров, но они являются одними из шедевров природы. Художники ответственные за необычный внешний вид местные вулканы. Разноцветные дюны это пемзовые поля, которые образовались из слоев окисленного вулканического пепла. Они стали такими красочными именно благодаря ему, ведь он осел прямо на раскаленные потоки лавы. Теперь поговорим о японских пирамидах Йонагуни. Ведь они до сих пор вызывают споры, природный это феномен или создание человека. История этих подводных пирамид начинается с 1986 года, когда дайверы обнаружили необычную формацию скал на глубине 25 метров под водой. Они были в форме ровных ступенчатых террас, пирамид и даже платформ. Одна из самых высоких пирамид составляла 200 метров в ширину и 27 метров в высоту. На то, что подводные пирамиды — это результат действий природных сил, указывает состав монумента. Это песчаник, который может растрескиваться, образуя правильные геометрические фигуры. Его слои имеют интересное свойство расслаиваться под углом 90 и 60 градусов друг к другу. В процессе расслоения они образуют вот такие интересные сооружения. К тому же в этом уголке земного шара периодически случаются землетрясения, вследствие чего песчаник еще больше подвержен образованию трещин. Однако на каменных блоках остались следы обработки и высечки, что подтверждает теорию ученых о том, что монумент Йонагуни неестественное образование а создан искусственно. А сейчас я вам расскажу про самую красивую гору на нашей планете. И все потому, что Винкунка, так она называется, покрыта линиями пастельно-голубого, интенсивного красного, зеленого, желтого и даже розового цветов. Уникальная цветовая гамма обусловлена минеральным составом. Раньше эти красоты были скрыты ледниковыми шапками, но из-за изменения климата они растаяли около 10 тысяч лет назад. И такую красоту можно найти Перу. А вот в Новой Зеландии, около города Текуити, расположено поразительное место, которое облюбовали десятки тысяч светящихся насекомых. Вайтома — это система из 150 карстовых пещер. Особой популярностью пользуются всего лишь 4, но именно в них водятся насекомые, которых называют новозеландские светлячки. Эти существа создают необычное свечение, которое привлекает в пещеры туристов уже более 130 лет. По крайней мере, так сказано на сайте. Кстати, на самой южной точке все той же Новой Зеландии расположен мыс Слоу Пойнт. Этот регион постоянно обдувает свирепые и холодные юго-западные ветра со стороны Антарктиды. Ветер здесь настолько мощный и порывистый, что деревья изогнуты в направлении ветра. В основном здесь разводят овец, и кроме небольшого количества этих парнокопытных, в этой части острова нет ни людей, ни других животных. Есть несколько заброшенных лачуг, построенных под защитой деревьев, но даже они заброшены. Впечатляющие отвесные скалы спускаются к океану. Виды на каменистое побережье открываются поистине изумительные. Небольшой указатель показывает расстояние до экватора и Южного полюса. Также посреди сельскохозяйственных угодий стоит небольшой маяк. К слоупоинту не ведут дороги, но до него можно дойти пешком всего за 20 минут, следуя по ветхим желтым указателям. Ну и напоследок расскажу вам про Изумрудное озеро. Байкал, который находится в южной части Восточной Сибири, скован льдом почти 5 месяцев в году. Каждую зиму, когда температура падает ниже 0 градусов по Цельсию, поверхность самого большого в мире пресноводного озера замерзает, а лед формируется только в середине зимы. Еще долго после начала сильных сибирских морозов, когда другие реки и озера уже покрылись льдом, Байкал будет сопротивляться ледообразованию. Но когда озеро начнет замерзать, как правило в начале января, оно останется замерзшим примерно 5 месяцев, ну или с января по май. Байкал замерзает, но вода настолько прозрачная, что стоя на поверхности, можно с легкостью заглянуть вглубь озера на 40 метров. Ветер, перепады температур, мороз и солнце образуют трещины во льду и ледяные глыбы. Прозрачное и сверкающее нагромождение льда изумрудного света похоже на осколки стекла, которые возвышаются над ровной поверхностью. Их появление вызвано медленным и неравномерным давлением в основной массе льда, а также неравномерной структурой и разницей в температурах. Теперь это место в списке тех, где вам обязательно нужно побывать. А какое место вас впечатлило больше всего? Пишите в комментариях. С вами был Сергей Авдеев. Спасибо за внимание и до скорых встреч.